Дорогие друзья, рад вам сообщить, что семинар под названием «Пианино» подошел к основной фазе своего развития. Следующая тема – это полная регулировка механики пианино. Семинар проводится под эгидой Ассоциации фортепианных мастеров России, президентом которой является частный Владимир Карпович. Следующая тема этого семинара будет 28 февраля и 7 марта. Я вас буду очень рад видеть. Жду на этом семинаре. До новых встреч, дорогие друзья!